Организация вот прорвемся. А какие цели организации? Так как это инициативно-правозащитная группа, то основным и нашим направлением деятельности является правозащита. Сколько подписей уже собрано? Сколько людей опрошено? Трудно сказать, сколько подписей, потому что подписные листы брали с собой для писания передателей. Но на настоящий момент, я думаю, что... Сколько, простите? Порядка 200. А что входит в эти бланки? Бланки входят. Вот бланк, этот бланк мы составили, этот бланк на основании требований, которые... Минут через пять тогда. Обещания. На основании обещаний, которые были в предвыборных программах партии региона. Составили и просим людей оценить, как они выполнены, как они не выполнены. Все льготы позабирали, Уважаемые друзья, мы сегодня здесь. Мы сегодня здесь собрались на предмет того, что нам уже, как говорят, надоело. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, пока мы сами не возьмемся за это собственной рукой. Поэтому призываем вас к объединению и к борьбе за свое кровное, то, что растащили, разворовали за 20 лет в нашей Украине, а сейчас лезет в ваши семьи, в наши дома, и уже наперед воруют у наших детей и внуков. Поэтому призываю вас к единению и дадим бой этой своре, этой нечисти, какая приватизировала фактически уже Украину. Обращаясь к вам, скажу, кто породил эту Владу кровосисию? Вы породили. Вот вы ее и снимите.